Динофильм представляет. Идти 10 часов, чтобы проехать 125 километров. Даже меньше, чем 10. 9,5. В это никто не верит. Мы не верим, даже орк не верит. Среднюю считать даже страшно. Орк, ты уверен в своих силах? Не уверен. Но мы едем навстречу новым приключениям. Таня, ты уверена? Конечно. Да. Группа настроена оптимистически. Это самое главное. Что такое осень? Это небо. Плачущее небо. На самом деле, дистанция в 125 километров за 9,5 часов не самая страшная. Проехать можно. Но цель нашей сегодняшней поездки – это все-таки достопримечательности, а их аж 4, не считая затопленного карьера. И каждую из них хотелось посетить. Поэтому вопрос успеть доехать до Фастова и сесть на запланированную электричку был очень актуален. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень, я опять лишён покоя. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень, я опять лишён покоя. И осень в небе жгут корабли. Осень в небе прочат земли. Играет рваными цепями. Все для людей, все. Бог по расписанию. Ну ладно, полезем через забор. Нравятся ли наши монахи? Клевые, не все здания схапывают. Слушай, нам такой бог не нужен. Нельзя во всем видеть плохое. Да, очень красиво. Наша группа приближается к последней нашей, можно сказать, достопримечательности сегодня на пути. Это какой-то маеток дяди Максима Рыльского. Вкралы. По кирпичу. Одно закрыто, другое нет. Что такое? Что происходит? Наверное, последней достопримечательности мы так и не найдем. Но зная Влада, что-то подсказывает, что мы найдем его. Но нам очень повезло. Мы встретили интересную женщину, чья прабабушка служила в имении Рыльских. Она нам многое рассказала и провела, можно сказать, экскурсию по тому, что осталось от прежде богатого имения с огромнейшим садом из редких пород деревьев, в котором еще сохранились 300-летние дубы, как проводились балы под открытым небом, и вот что превратили потомки в 400-летнюю памятку архитектуры.
где-то в поле, непонятно где. Тупик, кругом кукуруза. Наш орх тоже надежду потерял до Фастова. Затоплены, да? Смотри, какое у нас все желтенькое. Желтенькое, зелененькое. Клевенькое. До Фастова оставалось 48 километров, и чтобы успеть на поезд, необходимо было держать среднюю выше 20 километров в час, либо досрочно финишировать у близлежащей железнодорожной станции. Но группа тем не менее решила рискнуть и пройти, как и планировалось, полностью маршрут, с финишем в Фастове. Ну что, организатор, ты как всегда справился, молодец. Засчитана нам покатушка. Да, покатушка засчитана. Сколько я просил изменить, урезать. Вдруг опоздаем. Нет, команда проявила дружную солидарность. Да, да. Влад, как и обещал, ни на йоту не сошел с маршрута. Таня обещала валить, она валила. Ну, я как всегда нудил, ну, это нормально. Вот. В общем, клево, мне понравилось. Влад молодец. Вот, мы сейчас ждем Козятинскую электричку. И я здесь, знаете. О! Ой. Все.